Уже известно, что чемпионат мира 2021 года среди мужчин пройдет в Египте, а в 2023 году турнир примут Польша и Швеция. У них совместная заявка. А вот что касается женских соревнований, решение будет принято на следующем конгрессе в Рио-де-Жанейро. Он запланирован на апрель. Россия готова подать заявку на проведение чемпионата мира 2021 года. Я как президент федерации заинтересован в том, чтобы соревнования подобного уровня как можно быстрее прошли в России. С другой стороны, 2023 год – это предолимпийский год. Через проведение чемпионата мира на своей площадке, ну, наверное, больше шансов занять призовое место и попасть на Олимпиаду. Если чемпионат мира 2021 все-таки состоится в России, то соревнования пройдут, скорее всего, не только в Москве, но и в южных городах страны, уверен Сергей Шишкарев. И Сочи наверняка окажется в их числе. Городские власти уже заявили, что готовы оказать организаторам максимальную поддержку. Сегодня достаточно плотно. Графики работаем, но если федерации международные будут выбирать место проведения Сочи, мы готовы им оказывать всяческое содействие и будем очень рады. Помимо Сочи в списке претендентов такие города, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Астрахань и Новороссийск. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.